Вы в прямом эфире. Он сегодня, видите, соблазняет меня. Говорит, соблазню тебя, Михалыч. Я уже горю. Горишь? Да. Главный спортсмен уже тоже готов. Ну что, все готовы? Да все готовы. Подожди, дорогой мой, подожди, подожди. Ричард тоже готов. 12 числа, с воскресенья мы начинаем марафон, последняя неделя поста. Ну и, в общем-то, вместо того, чтобы пухнуть от вкусняшек самоизоляции, мы с вами будем все тренироваться. Так, я пока начинаю. А мы сегодня, когда стрелочка будет на 9, встречаемся в прямом эфире Ютуба. И обязательно с вами йо-хо! Так. Отправил. Танцор, боже. Ну все, поехали, поехали, поехали. Сегодня парни возле резиночки. Да, Саша, опять знаете? Импланты в попе? Нет, это его живая жопа. Вы что, сумасшедший, что ли? Я по-вашему что? Я уже заранее знал, что будет кризис. Ты готов к войне? Ну, а что? Ну, вообще, да, стрёмно все будет. Все готовы? Все готовы, давай. Что у нас сегодня будет? Ну, я сильно не разминаюсь. По причине того, что с утра разминка точно необходима, здесь уже вечер. Уже размятый. У нас фитнес, он весь очень-очень-очень доступный. Нам пригодится резиночка. Если резинки нету, значит, будет и без резинки. Можно и без нее. Так, одна нога. Вторая нога. Давай. Все. Я вам не мастер. У меня упражнения немножко другие. Мастерка делает ровно. Я делаю со склоном попы в сторону. Видите? Чтобы сразу нагрузка шла сюда. Ножка выводится чуть вперед. Попу выводится в сторону. И работаем на 20 раз. Есть. Так, вторая ножка вперед, в сторону, и этой тоже 20. Ой, не говорите смешно такое, это просто. Спорт, конечно, актуальный. Я надеюсь, что нам, наверное, через недельку. Может быть, раньше можно еще прыгать. А что еще делать? Сидеть дома и пухнуть, что ли? Так, на носочек, ножка, поехали. 20. Погнали. Детей увели в другую комнату, потому что они мешают тренироваться. А какая нагрузка у этой резинки? Какая? Второй уровень. Мы специально у нас в магазине три уровня нагрузки. Для того, чтобы максимально... Так, почему ты не читаешь сообщение «Купи рассаду, петунии»? Слушайте, буду, но сейчас еще холодно. Говорят, что еще заморозки будут. Мася, почему 1200 зрителей? Потому что спорт вообще не интересен людям. Если когда ты делаешь какую-то херню... Я могу ответить по-другому, чтобы это не было грубо. Ну? Похуй, даже если два. А. Зато те, которые нужны, а не просто те, которые пришли поглазеть на клоуна. Так. Все нам передают привет. Приседаем 5 раз. Вы только жрете? Не-не-не, надо иногда... Поляна готова? Нет, вот сейчас пойду готовить. Я придумал такое интересное 5. Блюдо. Делаем. Хочу попробовать. Так, еще пятерочка. Так, тупо есть в продаже? Я не знаю, надо у администратора спрашивать, какие размеры, потому что их очень быстро разбирают. Тупо сейчас почти все. А, все? А, да, тогда пишите администратору, там она точно скажет. Так. Йо-хо. Следующее движение у нас такое. Гортензия. Работаем на 20 раз. Слушайте, подождите вы, гортензии. Я еще только петуни выучил. У меня уже гортензии. Это надо, знаете, надо тому, кто занимается этими цветами. Я как бы вообще не пахарь. Я с вами сегодня в конце тренировки поделюсь еще моментами по поводу вакуума и по поводу
Планки, зайка, ты запишешь меня, чтобы это отсылалось на массовый мурашок? Да. На второй телефонный звонок. Один уже сделали, осталось 4. Ничего сложного нет, кроме того, чтобы заставить себя действительно встать. Даже если нет резинки, можно делать без резинки. Здесь главное начать чувствовать то, что ты делаешь. Практически все. У вас колени не болят? Нет.